Югорская столица почти на неделю стала столицей мировых кинодебютов. Накануне в Ханты-Мансийске в 17-й раз зажгли «Дух огня». Церемония открытия фестиваля традиционно состоялась в КТЦ «Югра Классик». Под аплодисменты зрителей по красной дорожке прошли актриса Настасья Кински, любимые российские звезды Игорь Ясулович, Алиса Гребенщикова, Юлия Пересильд, Дмитрий Хрусталев, Елизавета Арзамасова, Максим Дунаевский. В этом году тема «Духа огня» – кино и театр. Главную югорскую сцену украсил театральный занавес времен царской России. На церемонии открытия впервые вручили призы за лучшие микрофильмы. В числе призеров – югорчане. А гостья фестиваля Настасья Кински получила награду за вклад в развитие и сохранение кинематографа. По традиции старт «Духу огня» дали Сергей Соловьев и губернатор Югры Наталья Комарова. 17-й. Международный кинофестиваль «Дух огня» мы объявляем открытым. Это грандиозное мероприятие, я в восторге. Все так красиво и самобытно. Все, что здесь происходит, это уникально. Это шанс для молодых актеров и режиссеров показать себя. А уже опытные мэтры могут найти вдохновение и новые таланты для своих будущих картин.